В книге «Логопедические игры с веселым язычком» содержится 28 игровых логопедических заданий и 48 ярких иллюстрированных карточек лото, которые предназначены для автоматизации звуков «р» и «ри». Во всех сюжетах используется единый игровой персонаж – веселый язычок, который приглашает ребенка отправиться то на морское дно, то оказаться в лесу, в паутинке побывать, или отправиться на Луну, побывать в волшебных замках или покататься на грузовичках. Для занятий можно также использовать игрушку «Веселый язычок». На каждом игровом поле предлагается три логопедических игры, которые соотносятся с сюжетом. Например, если это игра в цирке, то там предлагаются задания «Фокусы», «Половинки» и «Волшебная палочка». Когда ребенок называет слова «ласково» в уменьшительно-ласкательной форме или определяет по половине слова, отгадывает название картинки или становится фокусником. Кроме этого, в книге есть задание с буквами, где ребенок читает слоги и отгадывает слово, находит нужную картинку. Также есть частоговорки, где нужно разгадать, какое подходит слово, задания с предложениями и загадки. А еще преимущество этой книги в том, что на всех игровых полях можно автоматизировать другие звуки, используя другие карточки, которые у вас имеются.